Всем привет, друзья, подписчики и кто просто просматривает мой канал. Ну что, друзья, решил я сделать себе вот такую, не такую, а как правильно называется, корыто. Ну, вроде неплохо. Так, у нее масса 11627. Так, у меня тут одна единица энергии. Не знаю, давайте попробуем поставить. Не знаю, куда его заныкать. Залезет он сюда, не залезет. Я вообще не особо люблю его. Ладно, висит, подобьют, подобьют. Не сказал бы, что корыто, но ездить можно. Давайте посмотрим. Это первый выезд мой. Машина так себе, оружия нету, покупал, продавал, все перепробовал и остался, вон 300 монет осталось. Лучше бы ничего не тратил, копил бы там на что-нибудь интересное. Оружие все практически перепробовал, что-то он тяжелее стал. О, давайте сейчас выберем позицию. Оп, Mozilla. Мало. Так. Двигателя нету. Опа. Ушел. Да, без двигателя это не дело. Надо будет что-нибудь снять тяжелое. Пушки чем хороши, что можно вот издалека вот так мочить. Ах, не успел. Надо настраиваться. Опять не успел. Ладно. Давайте поближе. Ну что ты стоишь? Давай, там уже наши. Иди помоги пока. Опа. Там не леталка случайно? Вроде не было никого, сейчас появились. Ай, ё-моё. О, так они прятались, это куча. То никого не было, радар, видно, у меня мелкий, не видно ничего. Ну тут понятно, можно выходить, я только ради горючки и бегаю. Если не получился бой, значит можно выходить и следующий. Ну давайте поем за пушкой. Игра хорошая, но самое вот, многие делают большую ошибку. Они начинают сразу искать оружие, как и я. Я начал перепробовать все оружие, продавал, этот металл продавал, проволоку продавал. И в итоге, вот смотрите, с чем я остался, нищий. Для начала, друзья, вам нужно купить хорошую кабину. 12 энергии, чтобы было. Колеса. А потом уже можно что-нибудь продавать. И покупать себе уже хорошую пушку, какую вы хотите. Я перепробовал многое уже, мне ничего не понравилось. Ураган, да, он прикольный, но лучше ураган ставить на леталку. Так, сейчас мы тебя выждем. Где ты там? Уйди отсюда. Все, не появится. Ладно, так, стрельнем. Хороший движок нужно. И сам корпус машины. Блин. Есть, чуток зацепился, 144. Да что ты крутишься здесь уже?
Вот она, вот она, вот она. Это болезнь для меня, вот эти летательные аппараты. Ну что тут у нас, 82%? Давайте мы занекаемся. Ага, вот она, вот она, вот она. Победа. Я в основном езжу за горючим. Набрал 100 литров. Давайте зайдем, посмотрим. С самого начала собирал что-то. Смотрите, ничего нету уже. Пустой полностью. Ни одного оружия, ничего. Уровень уже какой. А ничего нету. Вот закажу и только продаю бензин. Ну что там? Лот не найден. Ну что ты обманываешь-то? Продать. Вот так вот. Постепенно вот так собираю. Сейчас у меня лимит закончился. Откроется скоро. И я буду продавать все. Видите, чтобы купить 78, продать 69. Но тут курс бегает. Он может быть меньше, может быть больше. То же самое и здесь. Конечно, самая ценная электроника, но тут ее очень трудно добыть. Купоны. Купоны я по первому разу заходил в фракции, например, механики. Заходил. Это так, у кого есть много металла, можно покупать вот такой ящичек. И вот у нее содержание, что он есть. Есть ураганчик. Он у меня два раза выпал. И 24 часа можете прикалываться. Мамонт. Мощная пушка, но на ней нужен хороший двигатель, хороший кузов. И лучше, конечно, две штуки. Но она очень тяжелая, она очень большая. По поводу минигана. Прикольный, но тоже нужно пару штук. Эта газонокосилка была, но я пару раз поездил, мне не понравилось. Так что так вот. Было около 1500 золота. И все растранжирил. Купил, продал, купил, продал. И в итоге вот сколько осталось. 1500. Вы же когда при продаже, покупке и потом продаете, вы теряете золото. Определенный процент. Там 2 золотых, либо 3 золотых. Смотря что купите. Самое главное, друзья, это кузов и сколько на ней энергии. Вот на этот у меня кузов от КамАЗа или от БелАЗа, непонятно, что от чего этого. И на нем вообще 10 энергии, это вообще копейки. У меня есть дополнительный радиатор. Он дает 2 энергии, и он еще и 900 урону про разрушение, это вообще печально. Так, ну тут подобьет, вот кто-то уже подбирается там сзади. Нужен. О, стал хорошо. Можно жахнуть. Давай, 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 давай. Так, сваливаем, 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 сваливаем. Сваливаем отсюда. Сваливаем отсюда. Калека, инвалид. Одну. Даже не сбил ни одну. Ё-моё. Да тут их много. Не знаю, где все остальные. Вот хорошие пушечки. Это толстяк? Не, не толстяк. Толстяк этот был. Мне, честно говоря, нравятся пушки. А, это Палыч. Палыч. Точно Палыч. Ну и посмотрим статистику, кто тут. Ха-ха-ха-ха-ха. Вован только больше всего и набрал. Не знаю, мне попадаются какие-то игроки, непонятно. Даже первого в бою замочил.
Игра прикольная, но плохо, что вот дорого все стоит. Все оружие. Я, наверное, сейчас накоплю 400 золотых и куплю себе кузов. Хороший, с 12 энергиями. И поставлю, наверное, 3 пушки. Наверное. Хотя мне не хватит. У меня получается 14 энергии. Можно поставить 2 пушки и там, например, какой-нибудь двигатель. И вот. А, я забыл, у меня же есть эта фигня. Да. А я и не заметил. Но это такое, не особо. Есть, конечно, получше эта невидимка. Почти 10 секунд. Есть контакт. Ух, 700 урона. Да что такое, не могу поймать кого-то. Вот этого можно попробовать. Есть. Мазила 300. О, вот этот завалили. Но тут есть шанс выиграть, если парни будут играть хорошо и я не лоханусь, можно попробовать выиграть партию. Блин. Кто-то там мочит, пиздец какой-то. Смотри какой. Смотри какой злой с этими дронами. Вот так вот бывает. Не знаю. Я не один не успеваю тут ничего сделать. А эти какие-то, вот. Вот что он стоит здесь? Смотри, какая хорошая пушка у него. И он стоит где-то вообще неизвестно где. Пошел на рынке, купил ее. И ездит вот так. Сейчас посмотрим статистику. Кто сколько взял. Очень много детей играет, и многие боятся, не хотят ввязываться в кучу. Это я иногда лезу, не ухожу никуда, на одном месте стою и мочу. А некоторые просто вот так прячутся. И много раз я видел, что он один раз ударил кого-то и пошел спрятаться. Ждет бензина. Ну, я тут мало. Статистика мало. На третьем месте. Нужно собрать. Ну, давайте пойдем на базар. Вернее, на рынок. Если разбирать, как какое оружие. Нет, ураган, конечно, хорошее. Жнец хорошее. Но я говорю, урагана нужно 2. Один тоже прикольно, но лучше 2. Все виды оружия нужно 2 штуки. По одной. Сверчок тоже неплохой. Вот у него 1175. Так, структура у него сколько? 164. А вот эти остальные. Вот я вот позавчера, кажется, я вот такой себе сделал. Пламя. Ну, их нужно тоже где-то штуки 3-4. А лучше вообще 6. Ну, про такие, конечно, я не говорю. Они очень дорого. Она мощная. Но они дорогие. Мамонт пробовал. Мамонта очень тяжелый. Нужен хороший движок. Нужен хороший кузов. Мощное оружие. Но тоже это не мое. Я люблю пушки. Но только они такие тяжелые. Палыч. Палыч тоже был. Пушка тоже неплохая. Он пишет, баллистическое повреждение, огромное повреждение, обладает ограниченными углами поворота. Вот это что единственное, что плохо в пушках. Если как брать малыша, где он? Толстяк был, я его продал, он мне не понравился. Вот такого я думал тоже взять.
Ну, я говорю, что, друзья, самое главное, сейчас я поищу, где он. Вот он, малыш. Малыш неплохой и стоит недорого. У него угол обзора по кругу, отличная машина. А по поводу кузовов, друзья, сразу берите вот такой квант. Самое то, что надо. У нее сколько? 12? Вот 12 энергии. Я хочу вот такой купить себе и не заморачиваться. 398. Немножко подешевело. Сегодня было 412. Здесь обязательно, друзья, если что-то хотите купить, вы обязательно заходите и смотрите цены. Ага, такая. Все, зашли, вышли, посмотрели. Ага, скидочка. Раз, быстренько пошли, купили. Ну что, ладно, давайте я еще один бой сделаю так. Для проверки. Игра очень хорошая. Танки уже, наверное, устарели. Здесь интересно, детали отваливаются. На одном колесе еле-еле едешь. Прикольно. Ну, нужен навык. Я очень редко играю. Так, часик и в основном путаюсь. Это оружие, видите? О, появился. Ох, мало сделал он. Так, этого подобьем. И когда пушка не двигается, очень неудобно. О, уже кто-то там залез. Текает, текает. Да, движок мне нужен тоже. Да, они там догонят его. Надо уже и смотреть, что там есть еще. Нету никого. Неудобные пушки. Есть какой-то урон. Но вот постоянно приходится двигаться. Если нападут сзади, то приходится разворачиваться. Вот это единственный минус. Ну а так, видите, я их заныкал. Не сильно собьют, не сразу. Не знаю, осилю я этого, я не знаю, что у него там стоит. Ага, смылся. Ладно. Не догоню я его. А ну, судой может быть. Ага, он там. А вот движочек нужно купить. О, не попал я. Да. Да хай лежит, пусть лежит. Чего его трогать? Да? Без двигателя тоже неинтересно. Ну так что так вот, друзья. Всем, кому понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем пока, друзья.